Министр юстиции Бельгии Винсент ван Кикенборн подал в отставку после недавнего теракта в Брюсселе. От рук 45-летнего выходца из Туниса погибли двое футбольных фанатов из Швеции. Еще один получил ранение. Следствие установило, что стрелявшего должны были экстрадировать на родину по запросу Туниса еще год назад. В августе 2022-го один из судей в Брюсселе получил 31 запрос об экстрадиции. 30 из них он рассмотрел, оставив один невыполненным. Отставка министра юстиции уже принята бельгийским премьером. Экс-глава ведомства взял на себя полную политическую ответственность за эту, по его словам, непростительную ошибку. По данным следствия, нападавшим Абдессалем Лесурта безуспешно искал убежище и нелегально жил в Бельгии. Ранее он уже находился в поле зрения полиции. Сегодня в 9 утра я должен был установить следующее. 15 августа 2022 года Тунис направил запрос на экстрадицию этого человека. Федеральное министерство юстиции 1 сентября 2022 года передало эту просьбу об экстрадиции в прокуратуру Брюсселя. Однако судья не выполнил этот запрос. Это индивидуальная, серьезная и неприемлемая ошибка с драматическими последствиями. Я передал эту информацию премьер-министру и сообщил ему, что ухожу в отставку с поста министра юстиции. Я хотел бы от имени Министерства юстиции извиниться перед жертвами и родственниками погибших, а также перед шведским и бельгийским народом.